Москвы, а из Петербурга Александр Невзоров и Виталий Дымарский. Здравствуйте, джентльмены. Да, привет, привет, Оленька. Мы в Гельвеце. Оля, вы вообще знаете, что такое навязчивая ассоциация? Догадываюсь. Догадываетесь, да? Скажите мне, вы уже отнаблюдали сцену в Ярославском цирке? Пока нет. Нет, не отнаблюдали. Смотрите, там матерый цирковой бобер был в очередной, там, сотый раз поднят на жердочке под купол. И, качаясь на огромной высоте, прямо над публикой, он долго и обильно мочился с высоты в ее восхищенные глаза. В глаза это не первый раз, что ли? Нет, это известный номер. И в этом, собственно, весь номер и заключался. И видели бы вы потом ухмылку этого бобра. А диверсию совершил Вася Уткин, потому что с утра он мне прислал это видео. И я делаю сейчас все возможное. Я гоню от себя эту ассоциацию. Я, в общем, возмущен собой. Я практически написал на себя заявление, но я не могу избавиться от ощущения, что ежегодное послание Путина Федеральному собранию чертовски напоминало именно это бобровое шоу, с той только разницей, что наш бобер решил заменить цирк в конце номера. Да? Mm-hmm. Ну еще ярославские зрители, они ржали, но вытирались, а поповско-чиновничий мир, собравшийся на послание, он благоговейно хранил Божью росу на лицах своих и хранит, судя по всему, на побледневших своих харях все это до сих пор. Никаких более сильных впечатлений от послания нет, но единственное, меня, конечно, очень порадовало, там торчало из публики счастливейшее лицо Никиты Михалкова. Да. Вот что бы ни... Знаете, почему он был такой счастливый, нет? Ему зарегистрировали товарный знак. Да, ему зарегистрировали бренд Никита Бесогон в суде. Он получил право на личное использование иконки святого Никиты Бесогона и на это именно наименование. А так можно было? Как выясняется, по суду можно. И теперь, Оленька, это открывает возможности для очень многих людей в этой стране. Потому что все люди в России, которые когда-нибудь соображали на троих, имеют полное право в качестве своего бренда закрепить за собой Троицу Рублева или Федора Ушакова, или вообще любую другую троицу, а также взять себе это наименование. Ведь... Послушайте, Александр Глебович, можно я буду голубем в этой троице? Нас же трое с вами. Да, понятно, голубем. Хорошо, нас трое, но у нас тогда место голубя, в общем, вакантно. Не знаю, Я имею в виду... Да, сейчас будут навязчивые ассоциации начнутся. Да? Да, понятно. Но вообще вы знаете, что в результате всех этих своих фокусов Путин доигрался, и его не пускают теперь даже в Освенцим. Да? Это же я как специалист по окончательной порче репутации, я могу сказать, что вообще надо было приложить очень серьезные усилия, чтобы не пускали даже в Освенцим. Теперь России остается только царапаться в дверь газовой камеры, за которой собрались все остальные. Но вот меня, например, в Освенцим еще пускают, но Путина не пустили. Чтобы выпускали оттуда. Главное, чтобы выпускали оттуда. Это уже второй вопрос. Вообще его не пустили не за его личные проделки, а за то, что, в общем, он отстаивает некую фантазийную идею, потому что мы знаем, что в реальности у Освенцима было две истории. Да. Первая была гитлеровская, а вторая история была сталинская. И когда сталинская армия выгоняла гитлеровскую, чтобы оккупировать часть Европы, Освенцим действительно был отбит сталинцами у гитлеровцев. Но, как выяснилось, там было несколько мотиваций. У сталинцев был практический интерес к Освенциму, потому что страна нуждалась в специнвентаре для такого рода учреждений. А освенцимовский инвентарь был изготовлен с особой любовью, с немецкой педантичностью. И вот эти все предметы, оборудование концлагеря, они были с любовью сняты, упакованы, оприходованы и отправлены в Россию для дальнейшего прохождения службы
уже в сталинские лагеря, вот на звезду ГУЛАГ. Между прочим, из некоторых лагерей немецких вывезли даже бараки. Да, 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 да. Нет, здесь бараки оставили, но и вот те бедолаги, которые имели несчастье попасть гитлеровцам в плен, да, во время боевых действий на территории СССР, и попали в результате в Освенцим, и, как известно, сразу же после освобождения были репрессированы, и уже в сталинских лагерях обнаружили эти хорошо знакомые предметы. Это ж, представьте себе чувство этого человека, когда вот пережить восторг освобождение, избавление и возвратиться на родину и проснуться на хорошо знакомом топчине, да? Я прошу прощения, джентльмены, у кого-то из вас поблизости с микрофонами находится телефон. У меня я отключил. Выключен. Оля, отчитай, помехи идут. Значит, публика значит, вам там публика у нас свои сигналы посылает. Оля, вы знаете, что вообще этот январь объявлен волосатым январем? Я только от вас об этом узнала. Нет. Хотя это разумно, потому что в январе надо холодно. Как-то, нет, чтобы было теплее. Это международный феминистский, дамский, женский тренд объявить январь волосатым месяцем. И все прогрессивные дамы на Земле, они поклялись не в этом январе не брить подмышки и вообще не брить. И как идеал они взяли, вот как идеал торжествующего феминизма, они взяли лицо какого-то православного епископа, я не помню, правда, чье именно. Ну и вообще в январе, правда, все началось очень кудряво. Я уж не говорю про эту отставку правительства, мы будем ее касаться периодически. И даже если не считать сценку с бобром Владимиром Владимировичем, да? Вот Кудрин, да, если уж мы заговорили о чем-то очень кудрявом, он в частности показал, что такое настоящая высшая экономическая математика, и дал урок потомкам. И отчасти по причине этих кудринских, скажем так, экзерсисов и произошло все то, что произошло сегодня. Не только потому, что надо было каким-то образом внести то, что называется нервичок в очень скучненькое послание и эффектно его закончить. Нет, дело виноват, конечно, как всегда Кудрин, но в историю войдет понятие «кудринская треть». А теперь внимание. Смотрите, вот как можно все сказать, но при этом пощадить чувство народное. На днях кремлевцы заперлись, чтобы подсчитать добытые за год пиастры. Ну, выяснилось, так, что, в общем, 800 миллиардов как-то в принципе не хватает. Ну, состав подсчитывальщиков понятен. Там один в жеванной кожаной шляпе, протез, Песков на плече, Кудрин с ларцом. И вот тут родилась такая настоящая высшая кремлевская математика. Обсуждалось, сколько дублонов прилипло к рукам экипажа. Выяснилось, что... И Кудрин ввел такой очень интересный термин. РНС, да, рубль непростой судьбы. И вот выяснилось, что вот такая непростая судьба примерно у 800 миллиардов бюджетных рублей. 800 миллиардов бюджетных рублей с непростой судьбой. Это не означает, что вот прям все украдены. Стоп. И дальше начинается кудринская высшая математика. Те, которые украдены, те с простой судьбой. Нет, нет, смотри. Треть этих примерно 800, это примерно у нас, ну, 260 миллиардов, да? Это какие-то там нарушения бухгалтерского учета. И это, в принципе, восстановимо. Вторая треть, это еще 260 миллиардов, это нарушение процедуры закупок, это тоже еще не прямая уголовщина. А дальше, вот вы же в Гельвеце видели Кудрина, видели его уши, нет? Уши Кудрина видели, Юнис, да? Вот он сделал ими совершенно гениальный финт. Вот последняя треть от 800 миллиардов, которую вчистую сперли. По Кудрину это 3 миллиарда. 3 миллиарда – это треть от 800 миллиардов. Вот такой вот красивый... Вот сейчас было сложно. Нет, не сложно. Треть от 800 миллиардов – это 3 миллиарда. Но мы понимаем, сколько это на самом деле. Тут крышка ларца захлопнулась. Песков на плече капитана, значит, это захлопал. Наверное, 3 миллиарда долларов. Не, они вздохнули, но 3, в общем,
В общем, это фигня, но тут же решили, что, в общем, боцмана надо куда-то убирать, потому что мы же как бы понимаем, что 3 миллиарда, но на самом деле мы понимаем, что не 3 миллиарда, а треть от 800. Александр Глебович, а вы знаете, что Кудрин уже успел назвать послание Путина, вот это самое, про которое вы тут бобровую струю нам излагали, самым дорогим на своей памяти? Он уже тоже все посчитал. Да, конечно, он умеет считать. Он посчитал, что 400-500 миллиардов как раз уйдет на все, что обещано. Слушай, я видел сегодня лицо Силуанова во время, когда назывались... Вот я тоже думала, их корежило прям бедных. Он, по-моему, он просто бледнел, краснел и так далее, потому что он понимал, что все это на него... Он не знал еще, что в отставку его отправили. Да, конечно. Но вообще все это, вероятно, будет до каких-то пор. Причем, на самом деле, все это полная фигня. И как понятно, я имею в виду все эти отставки, потому что абсолютно не играет роли, как будет фамилия будущего премьера, как будет фамилия министров. Значение имеет только, вперед двигается эта страна, или она дает полный назад с еще большей скоростью. И судя по всем приметам, в общем, это полный назад. По крайней мере, оживились мои друзья. Да? И вот, вы знаете, что мне удавалось вас... периодически, с большим удовольствием и к взаимной пользе баловать всякими церковными документиками, такими, я бы сказал, подсуконными, да, доносами прихожан, пикантными историями про епископов, про монахов. И вот грянуло. А до попов дошло, что у них утечка не только когоры семенных жидкостей, но и серьезных документов, и полетели первые указания. А ректором вышел духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в связи с участившимися случаями передачи служебной информации и писем в руки антицерковно настроенной сволочи. Призываем... Мне кажется, там другое было слово. Ну, мы понимаем смысл, да? Они теперь предлагают принять меры секретности, понятно, против кого... и вводить тотальную секретность на всю документацию Русской Православной Церкви. Им что остается делать? И он остается теперь вот подобного рода бумаги вшивать в шапки курьеров и дать курьеру твердые указания в случае встречи с антицерковной сволочью. Документы есть. Да? Но, как мы видим, даже первый секретный документ курьер все-таки... Данную информацию в список сотрудников, имеющих доступ, прошу предоставить. Да. И заканчивать с любовью, о Господи. Да, да. И все, как видим, все очень серьезно. Но я думаю, что насчет зашивания писем в папку, это я то, что называется, загнул. Самое прекрасное, что этот документ уже у вас. Конечно. Вот я просто наслаждаюсь. Вы, конечно. Ну, дальше я думаю, пойдет, что ты же понимаешь. Впредь они будут пользоваться, конечно, уже фельдъегерской службой. От нас службой уже никуда не утечет. Но РПЦ получил вот неожиданный удар, откуда не ждали. Абсолютно. Удар, как всегда, с Запада. Ну, это понятно. Голливудские богохульницы... вот доставили сейчас благочинным старостам, настоятелям РПЦ серьезную, серьезнейшую головную боль. Более того, вероятно, при многих церквях будут введены должности дегустаторов, запаховых дегустаторов. Вероятно, это будут проверенные матерые иноки. И вот известное объявление, которое читали все, о том, что свечки куплены в другом, в другой церкви здесь не работают, их придется переписывать. И новые объявления на дверях культовых сооружений будут написаны так. Свечки, купленные в другом храме или изготовленные гражданкой Палтроу, употреблять не благословляется. Дело в том, что весьма известная голливудская артистка Гвинет Палтроу выпустила свечи с собственным вагинальным запахом. Хайпанула она знатно, да, весь мир об этом только и говорит. Бешеная стоимость, телеграммы кипят, я просто видел все переписки. Бедные попы сейчас уточняют друг у друга, как правильно пишется Палтроу. Они знают тенденцию приноса прихожанами собственных свечей. И вот специально для отнюхивания чужих свечей
будут посажены инокини и инокини. И вот обращаю внимание. Кто посадит-то? Пелтрова посадит? Нет, никого не посадят. Посадят нюхать кого? Посадят нюхать зачем? Иноков. Зачем? Ну как, отделять? Чтобы отсечь. Чтобы отсечь вот эти вот чуждые. Они хорошо знают запах Пелтрова. Вероятно, будут проведены специальные курсы, Виталий Наумович. Понятно. И розданы специальные пробники, тостеры для сравнения. Я представляю себе сцену этого иноческого послушания. И вот я обращаю внимание, что резвятся артистки, там, они изобретают запаховые свечки, инохи обнюхивают. То есть опять какая-то нижнепоясная тема, мало уместная в нашем предельно серьезном обзоре. А опять виноват я. Да? Очень редко об этом. Конечно. Говорю. Опять виноват я. И вот никто не заметил, что 14 числа, вчера, была чрезвычайно важная дата. Был очень большой, но абсолютно тайный праздник, который всегда стыдливо молчите, Дымарский. Гусар Дымарский, молчите. Хорошо. Который всегда стыдливо замалчивается. Я сейчас расскажу кратенько предысторию этого праздника. Вот со времен еще позднего неолита человек всегда искал возможность выхода на такую напрямую связь со своим божеством. Ну, говоря современным языком, ему требовалась антенна, способная как принять сигнал от Бога, так и отправить свой сигнал божеству. Да? Это был долгий и сложный поиск. Человек, разумеется, искал эту антенну либо где-то в себе, либо на себе. Древние племена, они как бы изменяли себе форму черепов, появились доликокефалы, скафокефалы. Это удлинялись, укруглялись черепа, делались специальные татуировки, отверстия, раны. И всякие культовые знаки наносились на тело. Человек искал эту антенну для связи с Богом, и она, наконец, была найдена. Был обнаружен орган, который мог осуществлять стабильный и уверенный прием сигналов божества. Да? Да не может быть. Да, и посылать ответные сигналы. Совершенства в этом деле добились древние евреи. Конечно, такая штуковина была у всех там, и у вавилонян, и у египтян, и у финикийцев. Но они проводили манипуляции, но связь не получалась, потому что они не могли внести необходимые коррективы. И вот только евреи узнали, какие изменения требуется внести в эту антенну, чтобы этот орган заработал бы как богоприемник. Здесь нет никакого оскорбления чувства верующих, потому что я цитирую только библейские тексты. Библейские тексты оскорбить верующих людей не могут. Никаких домыслов здесь нет. Откроем Библию, убедимся в этом. Да? 17 глава книги Бытия. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мной и вами, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же истребится душа-то из народа своего», короче, вне зоны действия сети. Да? И в 17 главе Бытия очень много на эту тему, сами почитайте. Но это антенна только в том случае, если в нее внесены эти коррективы в виде циркумцизации или обрезания. Это еще авиарежим может быть. Я понимаю, да. Нет, вот еще возникает вопрос, это приемная антенна или все-таки приемная или передающая, да? Одновременно. Ну вот нет, вот сегодня мы можем охарактеризовать ее как, вот по современным характеристикам она проходится к виду укороченной штыревой антенны с радиолокационной головкой самонаведения. Конечно, такие антенны бывают разной мощности, и поэтому становится понятно, кто может быть патриархом, а кто нет. Да. И отметим, что библейский Бог не просто уделяет ей чрезвычайно... Может, нас и правительство также назначать? Возможно. Вот библейский Бог, он не только настаивает на ремонтных работах, на постоянном рестайлинге, потому что вот в книге «Иисус Навина», 5 глава, четко сказано: «Сделай острый нож и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сохранность этой антенны тоже вызывает постоянное беспокойство их Бога. Во Второзаконии, 25 главе, 11 стих: «Если женщина схватит и потянет за ут, отсеки ей руку, да не пощадит ее глаз твой». И это все священная книга христиан, а охальник почему-то я. Да? И вот, кстати говоря, вчера, 14 числа, праздновался день обрезания.
Иисуса Христа. Кстати, данный факт вообще-то свидетельствует о том, что Иисус Христос тоже был обрезан. И о том, что у него была антенна для связи с Богом. Нас не оставила никаких сомнений, тема обрезания Иисуса, по-моему, это неудивительно, был обрезан. Но меня этот факт озадачивает. Почему? Потому что открываем Иоанна, 10 главу, 30 стих, там содержится прямое свидетельство, что Иисус и библейское божество, и Иегова – это одно и то же существо. Там написано «Я и Отец одно». Вот зачем ему тогда связь с самим собой? Это непонятно. У меня, правда, был приятель, у которого было два мобильника. Он иногда звонил себе с одного мобильника на другой, чтобы узнать курс доллара и вообще поинтересоваться, как дела. Поэтому, собственно говоря, почему бы и нет. Да? И вот обрезание... Подождите, у него должно быть две антенны тогда, нет? Виталий Наумович, лучше не углубляйтесь. Ну, вот, коль давайте скоро мы, о чем-нибудь светлом поговорим. Ну вот, коль скоро мы заговорили вообще о жуликах и о деньгах, надо было бы не забыть о миллиарде. Знаете эту волшебную историю с миллиардом? Кстати, а зачем нужно было оглашать имя победительницы? Вот сейчас мы как раз этот вопросец и разберем. Да? Вот волшебная сказка про миллиард имеет... Какая неожиданность? Она имеет могучие армянские корни. Причем не просто армянские корни, но армянско-осетровые корни. Все участники имеют отношение и к Армении, и к Осетрине. И выясняется, что вот через это армянско-осетровое корневище все персонажи волшебного выигрыша между собой знакомы и связаны. И победительницы, и лотерейщики, схваченные этими исследованиями за ухо, кричат про клевету и, отбиваясь, указывают на то, что они абсолютно чисты, так как их курирует, блюдет чистоту лотереи, обеспечивает законность аж само Министерство спорта. Да? Вот этот факт добивает все сомнения. Я напомню, что Министерство спорта – это как раз та организация, которая много лет непреклонно и коряво жульничала с мочой, с мельдонием, попалась и была выпорота перед лицом всего мира. Но, впрочем, министерство, как это всегда бывает в России, после этой порки натянуло на посиневшие ягодицы штаны и бодро продолжало заниматься, собственно говоря, тем, чем занималось. А привлекать Министерство спорта как ручателя честности, да, это так же забавно, как подтверждать там непорочность девицы справкой из публичного дома о ее ударном труде в течение там 25 лет. Да, ну вот даже если... знаете, Александр Глебович, с этой историей как-то все интересно заверти. Да. Московский адвокат обратился в налоговую службу с требованием проверить честность вот этой самой новогодней лотереи 100 лото. А знаете что? А вот как раз начальник этой налоговой службы теперь будет у нас премьер-министр. Может, быстрее дело-то пойдет? Ну, я думаю, что теперь оно не пойдет. Короче. Вообще, подожди, посмотрим. В этой лотерее выиграл он в конечном итоге. Нет, но они не догадались. Они не знали ничего об этой перестановке, поэтому они назначили какую-то совсем другую девушку. Вот я не выдвигаю никаких обвинений, даже если мы отметим всю эту армяно-осетровую подноготную историю, то я бы все равно эту лотерейную драму характеризовал как чистый фейк, потому что есть такая... железная и непробиваемая, неотменяемая вещь, как аффект. Да? И существует подробное, очень разумное описание аффектов, их силы, продолжительности и описание того, что их вызывает. Я причем как бы не очень, я посмотрел пленочку с этой теткой, не очень поверил своим глазам и переслал пленочку на кафедру психиатрии, чтобы там два специалиста по аффектам посмотрели. Они говорят, ну никаких аффектов последние полтора месяца у гражданки вообще не было. А там она себя ведет так, как будто бы, ну, выиграла банку зеленого горошка, купила по акции где-нибудь максимальное, да, вот чувство, которое у нее есть. А вообще, я могу сказать, что этот аффект от свалившейся гигантской кучи денег, невероятный действительно по российским масштабам, это очень серьезная вещь. И аффекты действительно... сильные. И у дамы нет ни малейших следов аффекта. Причем
Однажды мне довелось... Слушайте, может быть, она бескорыстная женщина? В каком смысле? Мне вот однажды довелось... Ну как, увидела много денег и ничего не думала. У нее уже столько и было уже до этого. Оль, вам когда-нибудь доводилось становиться собственником гигантского количества денег, вот так, чтобы не поднять и не унести, да? Вот чтобы от их количества рвало крышу Дымарски. Сейчас Невзоров расскажет, как это на самом деле было. Нет, у меня не это расскажет. Было действительно. Не расскажет, у нас всего минута до перерыва. У меня это действительно было, вот когда человек получает доступ к деньгам, которые вот не поднять и не унести. К подвалам Центробанка. Нет, я сейчас расскажу эту историю, но расскажу тогда это после перерыва, да? Да, мы здесь повесим интригующую паузу. Александр Невзоров, Виталий Дымарский, Ольга Журавлева вернутся к вам после новостей. Вопросы? Это очень хорошо. Слушайте, а почему нам никогда не... Да, у меня вопрос есть, Лида. Да. А почему нам никогда не рассказывали в «Поповедении» житие, историю Никиты Бесогона? Блин, вы прогуливали в Парижах. Я рассказывал про то, как этот уважаемый святой, он прославился только одним, что он в какой-то момент откусил себе язык и сживал его, чтобы не впадать в грех. Это он, в грех, да? Да, в грех ведения телевизионных программ. Тогда это называлось другими словами. И употреблялась совершенно ненормативная, неприличная лексика. Но вчера передавали еще, что Никита Сергеевич не выиграл суд. Нет, он выиграл суд, конечно, да, он получил все. Я говорю, теперь вот каждая троица, да, совершенно верно. Ай-яй-яй. Поэтому нет, уже не осталось практически никаких святых, которых бы мы не касались. Сейчас посмотрю, может быть, у меня тут есть, поскольку я явно... Не успею ответить сейчас. Тут был какой-то, чудесный вопрос. Сейчас, я его даже выписал сюда в тезисы. А что, есть, Коль, есть наводка там, да? У меня все выключено. У меня выключено все абсолютно. Это или у кого-то в зале, или интернет такой хороший. Ну, там, я думаю, что пока я искал, уже не найду ничего. Ну, вот пришел вопрос из интернета, да, у замначальника таможни при обыске под полом обнаружили 18 тонн золота слитками. 18 тонн? 18 тонн золота слитками, и люди спрашивают, сколько он получит. Денег? Ну вот да, я, кстати, сосчитал это примерно, каждая тонна золота это 3 миллиарда 56 миллионов рублей. То есть всего он может получить порядка 54 миллиардов. Вот это имел в виду. Да, да, да. Так, по-моему, все. Уже? Да нет, еще раз. Не шипит? Шипит? Зачем? Кто-то говорит, надо новую батарейку ставить. Чего надо? Батарейку ставить куда-то надо, новую. Батарейку новую куда? Еще нет. Чего? Какую-то батарейку надо куда-то ставить. Да, поехали. Мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Александр Глебович обещал рассказать про эффект от обилия денег. Да, действительно. Причем это было, что самое интересное, это было практически здесь. Это было на улице Марата, напротив гостиницы «Гельвеция». Вот просто аккурат дом в дом, фасад в фасад. Мне было 13 лет. Мы бродили по домам, которые шли на капремонт.
Тут были очень богатые дома, очень квартиры, такие, причем классные, крутые квартиры, вот брошенные, а полностью, но печки еще были теплые, телефоны еще работали. Люди тогда бросали, уезжали на Ржевку получать новые квартиры, оставляли здесь, это 70-й, там 72-й год какой-нибудь, оставляли практически все. И в какой-то квартире, где были медные ванны, удивительные изразцы, а мы же всюду, естественно, ломали дымоходы, смотреть, нет ли кладов, и отдирали обои. А обои были почти сантиметровой толщины, столько было слоев. И отодрав пласт обоев, я вот так вот, да, вот, нос к носу, лицом к лицу, я уперся в сейф. В сейф, который был спрятан под обоями, сейф с клеймами, поворотные круги, ручки были сняты, чтобы это упаковалось под обои. Ну, мы начали ломать, мальчишки 13 лет, ломали фопками, фомками и ручной дрелью, но ручная дрель там на этой стали оставляла едва маленькую луночку, абсолютно незаметную. И тогда я вспомнил, что у меня был приятель-старьевщик на улице Жуковского, он обитал по прозвищу Наждачонок, потому что он снимал все, уносил все отовсюду всегда. И что он вроде бы 10 лет сидел за сейфом, я побежал звать его на подмогу. Он приехал, подул скважины этого сейфа, сказал, что сейф целочка, что замки сувальдные, и присвистнул и пообещал быть через час. Да? Но мы чуть позже об этом продолжим. У нас есть еще история с тем, что иранцы сознались в подбитии Боинга. И это все... Слушайте, они прям день ото дня все больше извиняются. Перед, там журналисты уже извинились за то, что врали все последние годы. Там вообще какой-то идет прямо вал бесконечных извинений. А я могу объяснить, там действительно никто ничего сбивать не хотел. А просто я вам здесь открою секрет, которым вы можете пользоваться как угодно. Вот всегда можно по видеоизображению отличить, и я берусь всегда отличить, подлинная сцена подлинного боя или это кино. И дело не в количестве крови, не в количестве грязи, не в наличии пламегасителей на стволах, не в спецэффектах, ни в чем. Дело в том, что вот самой главной, самой реальной чертой войны реального боя является абсолютно тотальное непонимание, куда стрелять и в кого. Если люди знают, куда стрелять и куда бежать, это гарантированное кино. Причем я сейчас прям вот слышу счастливое ржание ветеранов всех войн, потому что это действительно всегда непонятно, всегда неизвестно, кто где. И шизофреническая паника, она вспыхивает мгновенно, стоит усилиться стрельбе сбоку, да, и кто-нибудь начинает орать про то, что все там уже там, да, начинается... тоже шизофрения, вот этот вот боевой аффект, он связан даже не со страхом смерти, а с непонятками, кто где и в кого и как стрелять. И это просто, причем надо еще понимать, там есть всякие эвакуанты, есть легкораненые, которые в тылу начинают кучковаться и тоже начинают палить и снимать панику. И у нас ведь нет как бы координатора боя, который нам рассказывает о том, что происходит. И это вот конкретно на боевых действиях. А если это целый город, если это строение, если это социумы, офисы, телестанции, и в стране уже объявлено какое-то безумие национально-патриотически военное, когда все только ждут, куда стрелять, то нет ничего удивительного в том, что шандарахнули по самолету. Это следствие той самой истерики, и это, скорее всего, отсутствие злого умысла. Единственное, что надо понимать, что русские ракеты, ими попасть куда бы то ни было вообще очень сложно. То есть, если знать... Это русские ракеты, это Торы, по-моему, да? Да, вот, да. Если знать все аномалии их баллистического поведения, то в принципе попасть можно, но очень в принципе, да, это доказали иранцы, когда пытались попасть по американским базам. Они говорили, что они специально так сделали. Ну, понятно. Да, дело, конечно. Я бы тоже так сказал, если бы так позорно промазал. Но они не хотели никого убивать. Но персы сами, конечно, что вообще попасть для иранцев не очень свойственно. По самолету не могли. Поэтому я думаю, что эта история будет иметь еще
определенное большое скандальное продолжение. Давайте вернемся на секундочку к сейфу, я вам расскажу. Да, вот он. Что там было? Уехал этот старьевщик, наждачонок, приехал и вернулся он, конечно, гад такой не один. С ним приехало трое синих. Синие — это полностью покрытые татуировками, блатные в натянутых кепках. Такая вот сволота блатная, рожа, руки в карманах. И они как-то сразу заняли все ключевые позиции. И мы поняли, что мы, в общем, сильно влипли, потому что мы абсолютно не нужны были ни в качестве дольщиков того, что там можно найти, ни в качестве свидетелей. Я был единственным из мальчишек, у которого в руке оказался кирпич, и я понимал, что я как-нибудь зазвездонить, может быть, одному из них успею в лоб, хотя, в общем, это были детские мечты. То есть кто-то, у кого-то не выдержало сердечко, он пытался из мальчишек сбежать, но его быстро отшвырнули туда-обратно, к печке, к сейфику. И тем временем наш старьевщик развернул все эти свертыши, там, отмычки всякие, воротки, самоимпрессионную хрень, которую открывают сейфы, для, когда там сувальные замки, и начал открывать. А эта блатота, она как бы показывала, что нам, мальчикам, отсюда не уйти, что мы абсолютно не нужны на этом празднике жизни. И вот, кстати говоря, еще пришел один вопрос. Да, прервемся, прервем историю. Давайте, да, хорошо. Вот помимо сериал. Пакта Молотова... Сериал у нас. Да, вот помимо пакта Молотова-Риббентропа, какие есть... приметы той поры. Почему я отвечаю на этот вопрос? Потому что спрашивает школьник 7 класса, вот как ему умыть морду педагогу, который кричит про то, что пакт Молотова-Риббентропа был формальностью, и на самом деле Советский Союз всегда ненавидел фашистских гадов. Ну, я уже приводил чудесный пример того... А Польша отвалилась сама, да? Да, я приводил чудесный пример того, как фильм «Александр Невский» был запрещен в СССР, а режиссера его, господина Эйзенштейна, чуть не посадили за оскорбление чувств гитлеровцев. Это было как раз тогда, когда расцветали... Псы рыцари. Да, нежным цветом чувства Иосика и Адольфика. Но был еще, кстати говоря, очень такой хрестоматийный, забытый прекрасный случай о Максе Цукере. Это антифашист, который... сбежал в СССР, был здесь принят, обласкан, сталинские подарки, квартира, цветы возили по трудовым коллективам, а потом после заключения известного пакта, его быстренько хватает НКВД и передает гестапо. Его там пытают довольно долго, чтобы растянуть удовольствие, потом переправляют в варшавское гетто, и чтобы... хорошая смерть не пропадала бы даром, в варшавском гетто пугают уже евреев знаковой расправой, и на их глазах этого Цукера очень художественно убивают, настолько художественно, что посидели даже конвойные овчарки. То есть, короче говоря, вот вам еще одна история о том, как Оси и Адик любили друг друга. Скандал в Англии, о котором вы все равно все знаете. И надо понимать, что, конечно, эта девочка Меган замечательная. Вы прям мелькаете, меня сейчас укачает. Мы уже перешли к следующей истории. Да, да, конечно, да, конечно. Пожалуйста. Что она, конечно, умница, и она поняла, что в этом пафосном костюмированном гадюшнике при дворе жить абсолютно невозможно. И о том она поняла, что быть царями или королями, в общем, в наше время это уже зашквар, от которого надо спасаться. Хотя, если мы перекладываем эту историю на нашу реальность, понятно, что вот, например, там угрозы шантажа королевы, ведь было обещано, что если их не отпустят из дворца, вот эту вот милую парочку, они расскажут правду. Но что она могла рассказать? Она могла рассказать что-нибудь о сексизме и расизме, но, грубо говоря, что... королева закатила глаза, когда зашла речь о каком-нибудь афроангличанине. Да? И там это уже смертельный позор и обсуждение для прессы.
А для России, конечно... Мне показалось, что как раз у Меган просто обострилась трудоспособность, и, не знаю, временно или постоянно, и поэтому им действительно захотелось как-то попробовать жить не только на наследство, которое у Гарри есть, но и, что называется, своими руками зарабатывать. Вас тут, кстати, спрашивают про временную нетрудоспособность Кадырова. Вы что-то знаете об этом? Там наложен гипс. Не знаю. Там назначены исполняющие обязанности. Про гипс ничего не смогу сказать. Я думаю, что он, как пехотинец Путина, должен был вот одним из первых поддержать это блестящее шоу Владимира Владимировича, коль скоро Владимир Владимирович решил покормить сырым министерским парным мясом народ с лопаты и каким-то образом все-таки привнести в тоскливейшую и серейшую, и безнадежнейшую политическую картину России какую-то живинку и какую-то свежую кровь. Конечно, Кадыров, как не только верный пехотинец, но и верный, скажем так, верная прима Путина, он немедленно поддержал эту игру, неудивительно. Но, кстати говоря, вот если мы посмотрим на всех остальных, которые должны были бы тоже в это начать играть, мы увидим, что в отличие от английской аристократии, русская аристократия, которая вся преимущественно фанерного происхождения, ну, эстрадно-фанерного происхождения, потому что понятно... Ну, это вы считаете ее аристократией, вам нравится ее так обзывать? Мне нравится ее так обзывать, я здесь всего-навсего точен, потому что, когда мы говорим об аристократии, мы говорим о людях, которые имеют возможность передать своим детям блага, которые имеют возможность соприкоснуться с самыми... скажем так, большими финансовыми преференциями и возможностями. И мы действительно имеем новую русскую аристократию. Оленька, не прячьтесь, но посмотрите, до какой степени эта новая русская аристократия волшебна. Вот аристократка Кадышева, она написала, что она гармонью по морде запилила аристократки Бабкиной. И ничего, и все счастливы. Ну не гармонью, а баяном. Баяном, хорошо, и все обнимаются. Это же баян, это очень важно, мне кажется. Но вообще все... Передача «Играй гормон». Да. Вот теперь посмотри, правда, это все московское. Новая забава московской аристократии – это, во-первых, вываливаться из окон. Вываливаются модели, журналисты. Да уж не новое, Сан-Глеб, к сожалению. У нас много многоэтажных домов, откуда любят выбрасывать... Вот так прямо, чтобы модели и журналисты нет. Это московское дело. Ну, и вот да, еще любят. Полюбила аристократия ловиться с наркотиками в трусах. Я прочел очень трогательную историю. Артистка Бочкарева, пойманная с наркотиками, теперь, коль скоро ее простили, собирается помогать наркозависимым, да? А вот как она, интересно, им собирается помогать, когда у нее обнаружили всего-то полграмма вещества? То есть она один раз может помочь какому-то одному наркозависимому. А где она возьмет от себя? А вы думаете, ее трусы того размера, чтобы они могли вместить регулярную помощь большому количеству наркозависимых? Я думаю, что вы... Она женщина красивая и очень видная, поэтому не знаю. Всякое может быть. Возможно. Красота не говорит еще напрямую о размере трусов, но это не просто. Да? Хочу просто про аристократию и про то, что вот пока мы здесь пыхтим и издеваемся, аристократия готовит для себя чудесненькую, надо отметить, забаву. И об этой забаве никто пока не знает. Они ее протаскивают на законодательном уровне тихо, аккуратно. Вот пылинка ни одна пока не спала и никуда это не уползло. Я вам могу сказать, что уже в первом чтении приняты поправки к закону об охоте, которые должны разрешить так называемую вольерную охоту. Знаете, что такое вольерная охота? Это когда вот мордатые мудаки в камуфляже с тысячными карабинами САКО приезжают в небольшой огороженный вольер, куда помещены дикие звери. Лосики, кабанчики, лисы. И вот там на фонах так красиво сфабрикованной дикой природы, где можно еще и шашлычок сделать, и костерок разжечь, и где абсолютно некуда деваться
зверю, потому что вокруг стены забора, вот там они совершают красивый, гарантированный забой за очень большие деньги. Потому что, вы же понимаете, да, что привести зверя, обустроить территорию, наладить егерей, наладить обслугу, наладить официантов, которые вот прямо на тушу убитого медведя принесут коктейли. Это все очень дорогая история. Размеры этих вольеров бывают, ну, различными, но все равно все они не оставляют ни малейшего шанса этому зверю свалить. И вот сейчас надо сказать, что действительно это мерзость. Она прошла первое чтение, за проголосовала практически вся Единая Россия, кроме Милонова. Виталий Валентинович, наше глубочайшее почтение. Так. Да. И надо бы, конечно, им помочь сохранить секретность протаскиваемых поправок. Он держит, к этому закону. Снаряды, пули для другого. Да, конечно. Но неважно почему, спасибо ему и на этом, да. И раззвонить это всем, чтобы вскипела вся пресса. Потому что в отношении людей, конечно, Единая Россия и Государственная Дума делают очень много гадкого, но люди рано или поздно очнутся и разберутся. А вот звери, если скорее только для всего, них не ведут вольерную охоту на людей. Ну, это следующий этап уже, да? И пока для этого нет никаких предпосылок. Но я обещал, кстати говоря, только закончить драматическую историю с сейфом, да? И, да, в общем, да. начал старьевщик, наждачонок, этот сейф вскрывать. Синие заняли ключевые посты так, чтобы нас не выпустить. И вот как только раздался щелчок первого замка, и стало понятно, что первый замок открылся на этом сейфе, вот эти вот уголовники татуированные, они так ощутимо тяжелее задышали. И тут стало понятно, что вот эти трое питерских мальчишек им нафиг не нужны. То есть тела бы потом нашли где-нибудь очень далеко, и никто бы никогда уже никаких концов не обнаружил. Но кто-то из мальчишек, по-моему, пискнул и попытался спастись, но его не выпустили. И, в общем, ситуация была равноценно кошмарный для всех, такая, ну, мягко говоря, неэлегантная ситуация. Я тоже не имел возможности в этот момент позвонить дедушке. Но я помню, что вот, несмотря на ощущение полной жути и конца, у меня все равно один глаз смотрел на сейф, да, а другой глаз смотрел на лоб, в который я собирался метнуть кирпич. Вот потом щелкнул второй замок, а потом щелкнул третий замок. И наждачонок чем-то поддел дверь, открыл эту дверцу, и все абсолютно офигели, потому что сейф был битком набит купюрами. Это были аккуратно перевязанные пачки почти на метр в высоту, и хрен знает, насколько глубину. Да? И там были, конечно, это все были деньги, это были миллионы, это было офигенное ощущение. И тут он начал эти пачки. А какого периода деньги? Это оказались керенки. Ага. Это оказались керенки и екатеринки. Несколько, просто десятки миллионов. Оля, благодаря тому, что где это оказались керенки и екатеринки, я остался тогда жив. Да? Но надо сказать, что с ними... А по злобе эти синяки вам не накостыляли? Я прошу прощения. Нет. Не расстроились? Ты знаешь... В эту минуту они мне даже понравились. Настолько они ко всему по-деловому, не синяки. Оля, вот никогда так не скажи. Есть синяки, хорошо. А есть синие. Да? Синие, да, хорошо, это, правильно. Это синие. Площадь татуировок. Нет. Ну, понятно было, что это не стоит вообще ничего, потому что можно было сдать букинистический магазин. Какой год-то? 72-й. 72-й год. А лет через 20 они все заняли места в администрации? Возможно. Но я потом не встречал знакомых. Там можно было максимум, ну, выручить там 10-15 копеек в букинистическом магазине за одну или две керенки. За макулатуру, могут. А? За макулатуру. Либо макулатуру, ну, нет. Обидно. Но я помню, что мы над Марата устроили из окон грандиозный дождь из керенок.
Юнис тогда еще не было, Гильвеции тогда еще не было, но это было вот прямо вот перед вашим, построил, подобрал и перед вашим зданием. Да, да. Возможно, это было так. Начинается клевета на Юниса. Нет уж. Вернемтесь к нашим, прекрасным новостям. У нас есть... кстати, я прошу прощения, я все про послание вспоминаю. Да. Многие сегодня говорили о том, что конституционный переворот, вот это все. А как вам понравилась, Александр Глебович, идея, что президентом не должен становиться человек, который за 25 последних лет куда-то отъезжал из страны? Так я же говорю, что здесь самое главное — это обозначение вектора. Вектор в прошлое, опять в прошлое, опять в деградацию, опять в какую-то непонятную державность, изоляцию. Вот это важно, вот это главное, а совсем не то, кто будет каким министром. И в связи с этим есть еще одна чудесная парная новость. Ее тоже трудно не заметить, она волшебная. Вот НАСА, проказники из НАСА, они впервые предъявили совершенно офигенное, улетное, архидетальное изображение центра нашей галактики. Это сделано было с помощью стратосферной обсерватории НАСА, которая летает, и с помощью двух космических телескопов, которые умеют фиксировать как в предельно холодные, так и предельные участки материи в галактике. Но без помощи Рогозина. Да вот подождите, это отдельная боль, это отдельная серьезная боль. И вот на этой картинке я всем просто рекомендую смотреть, потому что я как завороженный, мне нужно было готовиться к выпуску, я 40 минут, пока меня не одернула Лидия Алексеевна, как сумасшедший, вот разглядывал это и разглядывал, там действительно посреди галактики невероятного размера черное дырище, которое... На сайте НАСА? А? Это на сайте НАСА? Да, это есть и на сайте НАСА, это есть и на русских научных сайтах. Причем у этой черной дырище подсвечены теплые, то, что называется, края, и очень хорошо виден горизонт событий, виден квинтуплет. То есть это молодые звезды, каждая там в миллион раз ярче Солнца, и целые кластеры этих звезд. И стало понятно, как эта чертова дыра прожорлива, как она питается, как она поглощает и как она засасывает в себя все избытки пылевой, мельчайшей молекулярной материи, образовавшейся от взрывов всяких сверхновых, не допуская загроможденности галактики лишними телами. Это, конечно, совершенно офигенно. И вот парная новость к этому. В Омской колонии прошел чемпионат по метанию валенка. И там тоже поставлен рекорд. Там собрались все лагерные попы, и валенок удалось метнуть на 28 метров. И вы зря хихикаете, класс, потому что для валенка это действительно космическое расстояние. Да, я прекрасно понимаю. Так что потенциалы, в общем, есть. Понятно, что эта новость, она попросилась в парные к этой НАСовской новости. А что вы про Рогозина тогда отмахнулись? От Рогозина вроде... я отмахнулся, потому что, на самом деле, мне его дико жалко. Дима ведь, он романтик. И Дима сегодня, он действительно романтик. И когда-то он начинал блестяще, и я знаю его речи, устремления, желания. И вот сейчас он вынужден признать, что отрасль рухнула, потому что он встал на колени к тому правительству, которого уже нет, и попросил отрасль спасать, потому что она вся в банкротстве. И когда его спросили: «Дима, блин, где пуски, где обещанные 45 пусков за этот год?» Дима сказал: «Нет пусков». «А почему нету?» – спросили его. И вот тут он ответить не мог, но мы знаем ответ. «Нет ножек, нет мультиков», – отвечает известный анекдот. В данном случае, потому что Крым наш, да? И, здесь мы, к сожалению, должны закончить. Спасибо огромное. Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева были с вами. Пока. Пока. Забыли про чтение. Да, я извиняюсь. Фу. Аплодисменты.
Это важно. Да. Так, я иду курю, потом, если кому-то что-то надо подписать, я вернусь сразу же. Да, сразу же вернусь. Спасибо. Ага. Круто. А ты присядешь или ты хочешь свалить? Не, я бы присел, если... Присядь, пожалуйста, дорогой, уважаемый мой каллиграф. Старший товарищ. Так, давайте ручку, потому что моя по этой бумаге не пишет. Кто-нибудь даст ручку нам? У меня есть фломастер. Давайте, отдавайте мне его насовсем. Насовсем? Да. Ой, так. Поправили. Да. Кому? Семье Бакановых. Бакановых или Бо? Бакановых. Да. Да, давайте. С наилучшими пожеланиями. Далеко, да? Да. Давайте просто... Давайте. От старого театра. Симпатии. Так хорошо, симпатии. Давайте. Симпатии. От старого театра. Ну вот... Это все, это и так понятно, да. Большое спасибо. Да, беру колпачок. Спасибо, уважаемый. Да, давайте, уважаемый. Всего вам хорошего. Да, уважаемый, приветствую еще раз. Еще раз. Софья. Софии, наверное. Софья. Софья? Софья. Софья от автора. Софьи Невзоров, вот так вот. Отлично. О! Спасибо. И фотографию. Да, давайте. Сейчас мы с вами. Отлично. Угу. С уважением. Да, спасибо, уважаемый. Михаил Сынович. Попросил именно эту книжку. Михаил, твоя очаровательная мама. Иди сюда, очаровательная. Да. Это он? Нет. Давайте. Кому? Антону. А можете написать «С нами Бог»? Пожалуйста. Вот так. Угу. Прошу. Терапевт, можно? Да, конечно. Оп. Спасибо большое. Да. Да, уважаемые. Отлично. Пишем. А у меня, вот знаете, вот этим дымарским фломастером как-то очень хорошо пишется. Кому? Артему. Артему. А вы ждать, тогда вы вот у нас с мамой. Вы листаете сюда все фоткать. Бесплатно. Благодарю.
фотографию. Так, так, а вы дайте кому-нибудь фотоаппарат. Во, у нас есть... Так. Так. Можно вот тут вот в личном дневнике расписаться? Можно, 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 можно. Вот тут можно. Где-нибудь. Так. А там чего с этой стороны? Ну, там секреты. Секреты, да, хорошо. Да. Ага. И стрелочку по направлению секретов. Угу. А что это я написал, вы переведете сами потом. Хорошо. Угу. И, да. Я не написал, что это дурацкий секрет. Я просто написал, что это секрет, к сведению. Так, что здесь пишем? Миша. Семья Соболевских. Миша. Соболевских. Да. Миша и вообще всем Соболевским. Угу. Миша и всем. Соболевских склоняется. Соболевских. Да, ничего. А, угу. Вот так. Угу. Можно еще фотографию? Можно, конечно. Идеально. Угу. Спасибо, Александр. Да. Здравствуйте. Так. А мне только фото. Да. Спасибо. Ого! Отхватил. Отхватил, однако. Спасибо большое. Да, да. Это вы поняли, что это был большой комплимент? Всего доброго, спасибо. Это был очень, очень... Спасибо. Да, привет. Мы с мамой вдвоем. Да, отлично. Кому пишем? Пишем с днем рождения, если честно, я не помню, кому. Угу, хорошо. Как зовут? Да я не помню, но... Фига себе. Она тоже не знает. Хорошо, ладно, хорошо. А вот там можно мне. Хорошо. Так, так сделали. А здесь? Здесь просто ваш автограф. Опс. Спасибо. И вот там. Фотографируемся. Идите сюда. О. Очень милая. Спасибо. А можно мне теперь? Давайте. Спасибо. Да, ну, конечно, у него цепи длиннее, конечно, понятное дело. Ну, ну ладно. Если хотите, могу вам подарить. Нет, у меня есть. Смотрите, это моя мама книгу написала. Вот, хоть это и был чиновник, он умер, но он боролся действительно против коррупции. Угу. И просто, если хотите, там полистайте, там просто картинки. Хорошо. Вот, там она написала. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Пожалуйста. И вы очень на него... Так это кто? Это Черников. Нет. Да, конечно, знаю. Так он кто тебе? Дед? Он... Нет, нет, это начальник мамы. Она замом ему была. Вот. Так, а здесь у меня моего друга день рождения. Что, похож? Ну, да. Ну, а может быть... Нет, посмотри. Ну-ка, подождите. Да. Идите. Да. Так. Начальник мамы. Нет, у меня папа тоже начальник, но не здесь. Понятно. Так. Это у моего друга сегодня день рождения, он рэпер. Рэпер? Да. И о, он... фараон, конечно, да, не простит меня этого. Хотел бы ладно. Фит, кстати, с фараоном. Вот. Его зовут Даня, но можете написать Датра? Датра? Датра. По латыни или как? По латыни, да. Датро. Датро. Так, да, правильно? Датра, да, с днем рождения, не знаю, как хотите, с наилучшим пожеланием. Да, пожалуйста. И можете, если вам не сложно, привет ему передать и пожелать чего-нибудь? Датра, будь таким, как фараон. Это, да. Это сложно, это почти невозможно, но, в принципе, у тебя должно получиться. А может быть, даже и круче, чем фараон. Спасибо вам огромное. А можно еще, пожалуйста, привет, два привета можно у вас попросить? Посмотри, сколько народу. Один. Да, один. Один привет моей маме. А, маме, да. Мама умница, и... Передаем ей не только я, но и все
с невзоровских лет, передаем ей с огромной симпатией привет. Спасибо вам большое. Да. А еще можно фотографию? Можно. Можно. Спасибо. Можно вас обнять? Да, обнимай, давай. 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 Кстати, можно еще извините, времени? Я просто преподаватель еще вас смотрит, я совсем сейчас забыл, просто переволновался. И два вопроса очень быстро. Она давай, просила задать. Да, тогда сиди. Давайте, садись, подожду. Да, хорошо. Подожди, ну, посмотри, дамы, черт возьми, да, там хорошо. Помимо мужчин мощных есть еще и дамы. Давайте, я сфотографирую. Можно селфи, да? Да, конечно, конечно. Угу. Спасибо, очень интересно, да. Как всегда. Да, спасибо. Сюда. Как вас зовут? Наташа. 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 Можно Наташа? Можно Наташа? Наташа. Спасибо. А сейчас фотографируйте. Ну, давай. Так ты дай-ка мне телефон. Как я рада. Ну, можете написать, Света, будь умницей. А ты и так умница. Ну, не очень пока. Я вот напишу, что ты офигительная умница. Спасибо. Света. Свете. Офигительной умница. Спасибо огромное. Будем еще приходить. Ой, Свет, приходи. Да. Держи. Да. Спасибо большое. Так, давайте будем сейчас регулировать, чтобы и с этой стороны, и с этой стороны. Так. Арсений Юрьевич. Угу. Спасибо. Телефон кому-нибудь, да? Сейчас, погоди. Получилось. Да. Спасибо. Счастливого вас. Спасибо. Так. Хорошо. Так. Можно для Сергея Левоновича? Сергею? Левоновичу. Левоновичу. Да. Отец, он не смог, к сожалению, приехать. Угу. Можно будет вас, пожалуйста, попросить ему небольшой привет? Да, конечно. Он и есть Сергей Левонович, да? Мы ему передаем привет. Вот он сейчас может нас видеть в прямом эфире. У него действительно реально умный сын, что вы как бы лицо у вас не маленькое, да, и оно было самым заметным во многих случаях. А я, когда рассказываю, я все равно вижу реакции, смотрю на лица, и у вас были очень точные реакции, которые говорят о вас, конечно, как и развитом умном человеке. Молодец. И Че, спасибо-то? Это не твоя заслуга, это заслуга безусловно. Только Сергея Левоновича и твоей мамы. Потому что мы все сделаны из наших родителей, за исключением тех, кто был абсолютным сиротой. Да? Ну, тех делала улица, тех делала среда, тех делали обстоятельства. А здесь что пишем? Для Артема. Артема, отлично. Отдайте телефон даме. Ну, давай селфи.
Спасибо. Что, жуть по звуку? Добрый вечер. Добрый вечер. Так. Я попрошу подписать для моей сестрички Марии. Угу. Она, в принципе, владеет искусством, но никогда не лишнее отточить свою мастерство. Это точно. Мария. Спасибо большое. Можно, конечно. Я загляделся на девушку просто в этот момент. Да. Спасибо. Можно три, пожалуйста? О. Первое, это мне Яня. Яня? Да. Яня. Так, Яня. Спасибо. Это Светлане. Уже мамы пошли. Светлане. Так. Это можно, пожалуйста, у меня у мамы день рождения? Подарок с днем рождения поздравить Марину. Конечно. Спасибо огромное. Можно, да? Да, да, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Так, вот, хорошо. Потом кого-нибудь. Константину. Угу. Угу. Спасибо. Да. А у вас есть фломастер, который пишет? Есть, да. Пожалуйста, Мира Савельевна. Как? Мира Савельевна. Мира Савельевна. Мире. Тогда Мире. Мире Савельевна. Опс. Спасибо. Угу. И можно еще сфотографировать? Да, конечно, конечно. Здрасте. Спасибо. Счастливо. Угу. Сделал? Все, спасибо. Можно селфи? Давайте. Писать можно? Угу. Конечно. Так. Александр. А пока подписывайте, у меня есть девушка очень любимая в Новосибирске, ее зовут Юлечка Жолобова, фамилия, можете ей привет передать? Она... Юля Жолобовой привет, большой привет от Александров двух, от меня и от вас. И, ну, а вы, тут должен был я застесняться, передавая привет незнакомой очаровательной девушке, а застеснялись почему-то вы. Неправильно, вот взгляните на нее. Спасибо. Спасибо. А откуда, скажете? Антону. Антону. Можно вопрос по покупке? Да. Вы несколько раз упоминали, что не занимаетесь благотворительностью. Угу. Нет, абсолютно не занимаюсь. Человек с вашими возможностями этим не занимается. Потому что мне это совершенно не интересно. Я, кстати, как бы, моя задача – получать, а не давать. Все очень честно и просто. Кому пишем? Антону. Все для себя. К тому же мне вообще не нравится идея благотворительности. И очень сильно не нравится. Не только потому, что я знаю механизмы, а еще и потому, что благотворя мы лишаем последнего стимула.
просто животными вы занимались, вы трепетно относитесь? Вот, как... Я с симпатией отношусь, но не трепетно. Трепетно я ни к чему не отношусь. Я холодная, жестокая сволочь. Спасибо. Настраиваем технику. Здравствуйте, Александр. Да. Спасибо вам. Так. Евгению, пожалуйста. Евгению, сейчас. Евгению. Спасибо. Так. Спасибо большое. Да. Всего доброго. Как рекомендацию? Ну да, ну конечно, да, 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 да. Нет, потому что все вот ваши книги подписаны. Уже не первый раз. А что-нибудь свое еще планируется у вас, Александр Львович? Да, если я... Потому что у меня много что. Будет, будет, я допишу. Я допишу, я просто сильно, к сожалению, завяз во всей этой медийной фигне. Понятно, спасибо. Да. Вот теперь можно, это точно можно продать. Спасибо. Счастливо. Ой. Да, давайте. Здравствуйте. Так, Александр. Хотите имя напишу, там проблем нет. Александру, да? Да. Спасибо. Спасибо. Угу. Да.